Всероссийский день приема родителей – это акция, цель которой – помочь родителям решить наболевшие вопросы в сфере дошкольного образования. Эта молодая женщина обратилась к депутату скорее за советом. 3 года с самого рождения ребенка она стояла на очереди в детский сад. Екатерина – жительница города Одинцова с местной пропиской. Буквально на днях она получила долгожданную путевку. Но, как оказалось, причин для радости нет. Дали сад 18 километров от дома. Сколько? 18. Почему? Нет мест в Одинцово. А стояла сразу же, как родила. Нужно прийти, поговорить с заведующей детским садом. Да, мне кажется, с питанием группы познакомиться. И сказать, что слушайте, вот такая история. Я, конечно, жду, я как на зарядку каждое утро там смотрю. Но у меня вот ситуация такая. Я работаю, там, это, мы не можем далеко. Мы вам сами скажем, если он заболел и больничный принесем. То есть тут построение взаимоотношений. Пароль, когда ты будешь звонить, мы были вместе у Пушкина. Простите, ради Бога. То есть это люди, в общем, да, делали тебе, ну, потому что ты наиболее активная мама. Эти женщины проживают в 8-м микрорайоне, и их дети ходят в новый детский сад. Около него пока нет никаких парковых зон, мест, где такие активные мамочки, как и они, смогли бы проводить массовые праздники не только для своих детей, но и для ребят помладше, которые еще не ходят в детский сад. Как исправить эту ситуацию, они знают. У них на руках целый проект. Но возникает масса нерешаемых вопросов. Там есть такие моменты, которые нам вот даже в голову, например, не пришло. Например, что это природный такой ресурс, который сам себя обслуживает. Mm-hmm. Там сточные воды, которые mm-hmm. у нас из ливневок идут, они сами себя фильтруют, да, за счет вот этого вот озеленения, которое есть, и потом это уже все впадает в пруд. Угу. Есть нюансы, которые трогать нельзя, да. Которые вы хотите тут вот это вот, да, зажать, а это нельзя, потому, да, что речка должна там сама со своей жизнью жить. Да. Поэтому... Хорошо, девочки, мы за вас очень рады. Чем можем, тем поможем. По мнению Оксаны Пушкиной, инициатива проведения Всероссийского дня приема родителей помогает выявить общие проблемы дошкольного образования. По одним вопросам депутат Госдумы может выступить лишь в роли советчицы, ну а по другим – помочь, оперативно направив свой запрос. В любом случае, как считают родители, уже побывавшие на приеме, после встречи у них появляется уверенность в том, что все решаемо.